буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим, Господь. А я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим, Господь. Я в правде буду взирать лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. А я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим, Господь. Светлица твоя, фасия.
Во мне
желаю я бездна премудрости и разумения. Ты мое желание, другого не желаю я бездна премудрости. Господня Духа. В Твоем присутствии открываются мои духовные глаза, и я не могу видеть то, что не могут видеть мои физические глаза. И в эти мгновения, когда мое сердце соединяется с Тобой, происходит что-то удивительное в моей жизни. Дух Святой преображает меня. Он делает меня похожим на Иисуса. И я удивлен тому, что мои ценности меняются, мои желания меняются, мои чувства меняются. И мое сердце становится способным сострадать, любить, прощать. И я начинаю помышлять о горнем, а не о земном. И небеса становятся для меня удивительной реальностью. Мой Бог рядом. Духовный мир становится родным и близким. Там, где мой Господь. С тобой говорить, с тобой желание.
остановись. Я знаю, что я Бог, превознесен народа, превознесен на всей земле. Ты сказал, остановись и познай. О, мой дух, бодрствуй, бодрствуй. В молитве будь постоянный. Своди свой взор от Иисуса. Буду насыщаться,
образом твоим, Господь. Вижу невидимое небо, вечную силу и божество. Я созерцаю славу небо, преображаюсь в тот же образ. Вижу невидимое небо, вечную силу и божество. Созерцая славу Его, преображаюсь в тот же образ. Мои глаза, не глаза другого, увидят Царя, увидят Святого. И пусть мои глаза не глаза другого, увидят Царя, увидят Святого. Образ мыслей, Иисус, ты для меня пример.